И в завершении выпуска традиционный обзор главной городской газеты. О чем расскажут журналисты «Вечернего Мурманска», узнаете прямо сейчас. В Мурманске впервые вручили независимую литературную премию «Мурманский берег». Какие мечты она позволит осуществить ее лауреатам? Настоящий спорт не имеет полутонов. Это подтвердил традиционный турнир по боксу на призы почетного гражданина города Мурманска Владимира Горячкина. Подробности состязаний можно найти в свежем номере городской газеты. Также читатели «Вечерки» узнают, чем завершилась история с гранатой в мурманском ресторане, что стало причиной чертовой дюжины аварий на дорогах Кольского полуострова в первый день зимы и какая команда КВН будет представлять Мурманскую область на финале «Кивин» в Сочи.